Здорово. А они все никак не отстанут. По-моему, пора сваливать отсюда. В темнице есть выход. Вот только... Ты почувствовала мглу? Тогда нам пригодится оружие. Как ты назвал меня? Повтори. Что? Ты не услышал? Я сказал, что вы некомпетентные идиоты. Если воздушный пират у вас, то где он? А вы, я смотрю, справились лучше, да, Багамнон? Так как, судя по твоим словам, именно имперская армия схватила твоего пирата. Мы сделали за тебя твою работу. Без помощи жалких головорезов. Империя восстановит тут порядок. А? Что ты сейчас сказал? Может, мне стоит направить свой клинок на тебя, прежде чем я убью Балтьера? Довольно, Багамнон. Судья. Судья? Самопровозглашенные защитники порядка Аркадии. Они элитная стража Дома Солидоров, что делает их командирами имперской армии. Как по мне, они скорее палачи, нежели судьи. Не особо дружелюбные ребята. Как бы то ни было, что они здесь делают? Император приказал не обращать внимания на расу его самых одаренных слуг. Но к тем, кто не проявляет уважения, он не будет так благосклонен. Ваша честь! Вы свободно путешествуете по нашим землям, только потому, что император разрешил. Я прав? Где капитан? В одиночке, ваша честь. Готовы начинать допрос. Это тебя не касается, охотник за головами. Он где-то здесь. Найдите его. Бваги, сюда. Я пойду сюда. Пора зайцу последовать за лисой. Магия, которая защищает дверь в темницу, очень сильная. Слишком сильная даже для меня. Именно поэтому мы заставим их открыть ее для нас. Как же мы спустимся ниже? Что такое? Ты не доверяешь ей? Нюх Вьеры очень чуткий. Если она говорит, что выход есть, значит он есть.